Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ThinkPad 3 Pro. И сейчас мы разберемся, как включить режим полета на данном устройстве. Итак, для начала мы смахиваем шторку сверху вниз для открытия панели управления. Здесь же нажимаем кнопку режим полета. Тем самым переходим в данный режим. Чтобы выйти из данного режима, просто нажмите на одну кнопку еще раз. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!